И всем хай, народ! Как вы знаете, сейчас тема с криптой — это очень актуальная тема, хайповая, и поэтому на ней нужно пробовать зарабатывать. Я недавно делал обзор о T7. Это получается автоматизированная система торговых терминалов, да, для извлечения прибыли. У меня вот обзорчик есть. Вот их старый дизайн, как он выглядел. Вот. Но сейчас, народ, все изменилось. Хочу вам показать. То есть они не стоят на месте, и я сегодня это продемонстрирую. Заходим, и вот так вот очень все круто сделано. То есть они постоянно развиваются, добавляют что-то новое, просто топовый дизайн. Так что ознакомьтесь, ссылка для регистрации будет в описании, да. Вы можете зарегаться по моей ссылочке, я оставляю внизу. Обязательно регайтесь и начинайте зарабатывать вместе со мной. Итак, народ, получается, регистрация очень простая. Вбиваем email, реф-код, придумываем пароль и подтверждаем его. Но если, народ, вы были зареганы по моей ссылке в описании, да, когда я делал первый обзор, то вам не нужно регаться заново, просто эти аккаунты уже перенеслись. Вы можете авторизоваться. Как это сделаю я сейчас? Все, я захожу. Идет прогрузка, прикольная прогрузка, кстати, и вот наш новый обновленный сайт. И это не все, это просто сайт. У них очень много нововведений, так что всем советую посмотреть это видео. Языки можно сменить, все вот так вот выглядит, плавненько, очень удобно. Соцсети их развиты, можете покликать, да, и посмотреть. Движуха идет очень активная, так что смотрите видос. Итак, народ, посмотрите, сколько здесь офигенных продуктов, да. Вот, давайте зайдем первое. Quick Investments, да, заходим. Вот так все обновили, и здесь вы можете зарабатывать. То есть сделать депозит, перевести, вывести, да. И вот, как видите, евро, доллар, да, и здесь можешь пополнить баланс и начинать уже зарабатывать. Это очень здорово, так что всем советую. Вот, и здесь можете это посмотреть, да, ознакомиться. Вот, так. Второе, что у нас? Здесь мы уже, получается, Inter Exchange Arbitrage, да. Вот, нажимаем трейдинг аккаунт, вот, и вот так все выглядит. Слева мы видим различные, как видите, BISFAP, да, потом балансер, то есть One Inch, то есть очень популярные штуки криптовалютные, и здесь вы можете уже начинать зарабатывать тоже, да, например, с эфиром пару сделать, вот, очень удобно. Также есть автоматик, то есть автоматик сел, то есть все автоматически можете зарабатывать здесь, вот, очень здорово. Вот тоже делаете депозит. Вот так все выглядит. Вот. Так что ссылка оставлю в описании. Крутой обновленный дизайн. Продуктов много. Вот. Трейдинг. Получается арбитраж. То есть через арбитраж вы торгуете. Вот. Давайте подгрузим это. Прикольно. Идет, получается, обновление. И вот, как видите, можете здесь зарабатывать. Вот. На одной бирже покупаете, на другой продаете, да, это все автоматически, вот, это очень здорово. Так, что еще у нас есть? Signals, скальпинг, да, вот. Так, это будет 18-го, народ. Так, NFT, Marketplace Bot, вот тоже будет, как видите, 31-го, 3-го. То есть NFT-шки уже будут, представляете, NFT может Company Staking, да, вот, это будет 10-го, 3-го. Вот, стейкинг, то есть можешь вложить и будет капать процент. Это очень круто, то есть постоянно что-то новое будет. Бизнес-сервис, да, Spot, DeFi Exchange, будет 15-го, получается. DeFi Digital Wallet, iOS, Android, да, можете зайти. Вот, то есть с телефона, представляете, то есть можете с телефона здесь подключить двухфакторку, да, и начинать уже зарабатывать с телефона. Это очень здорово. Вот, крипто, мерчант аккаунт, да. Вот, 24-го, вот, как видите. Все обновления вы найдете по колокольчику. Заходите, видите, все обновления. Терминал 7, апдейт. Вот, все, что здесь открыто. Вот, и вы можете посмотреть, все рассказано, когда будет, получается, Spot DeFi Exchange, когда будет NFT, MarketBot. Вот, обновление 19.02. Public Access on the Trading Account. То есть, очень круто сделано. VPN сервис, то есть у них будет VPN сервис, вы представляете, iOS, да, Android, вот, V-клуб тоже, да, будет, Web, iOS,
То есть я считаю это здорово. И партнер про. То есть партнер про, да, партнерский аккаунт. Ссылочку будет в описании, вы можете зарегаться и тоже зарабатывать. Партнер про, Network про, Compression и Drops Check. И везде определенный процент и условия, на которых вы можете зарабатывать, да. Это очень здорово. Все можете проверить, все посмотреть. Вот так это выглядит. Пощелкать, если хотите, да. Сначала просто ознакомиться. Всем советую, да. Соцсети. Help, сразу помощь тоже присутствует. Это очень здоровский проект. И всем его советую, народ. Так, народ, давайте еще раз пройдемся вообще, что здесь обновили. Это бот NFT Marketplace, стейкинг, бизнес-сервисы, находятся разработки, собственно, DeFi биржа от проекта, собственно, DeFi кошелек от проекта, собственно, криптосистема мерчан от проекта, да, получается. Социальные сервисы тоже находятся на разработке, свой VPN сервис, да, случай с проблемами с доступом, да, фирменное приложение под названием VClub, нововведение, вот, на колокольчик можете нажать, да, и здесь все будет нововведение. Также верификация почты, народ, отслеживание своих данных, форма для контакта, буква S, да, вот, можете нажать, в верхней шапке профиля, запрос сводки дохода для госорганов и других целей, кнопка PDF тоже есть, вот, так все выглядит, так что куча, и можно язык сменить, здесь все посмотреть, верификация, вот, блин, добавляют, все очень круто, обновляется что-то, да, и здесь можно реально заработать, так что всем советую этот проект. Народ, еще очень важная штука. Компания T7, да, имеет все, получается, лицензии. Вот. Вы можете нажать на кнопочку D. Вот. И реестр есть, да, получается. Реестр КРС и крипто, получается, реестр. Вот. То есть абсолютно все лицензии имеют полное право вести свою деятельность. Вся документация подлинная, любой пользователь может в любом реестре ее найти и удостовериться в этом, да? Вот, народ. И вы можете перейти сюда, реально, вот. Вот все сертификаты, все штампы, все есть, вот, как видите, да? Компания, где зарегана, вот. Так что, народ, обязательно посмотрите, ознакомьтесь, все расписано. Всем советую, так что это только начало. Постоянно что-то добавляться будет новое. Проект будет развиваться, да, вот, посмотрите обязательно, вот, так что ознакомьтесь. Получается, очень важная штука, которую я чуть ли не упустил, да, давайте перейдем на русский, вот, это треугольный арбитраж, я вам уже показал его, получается, он, получается, в прежней версии сайта не был доступен для пользователя, так как находится в бета-тестировании, но на данный момент он уже открыт, поэтому вы можете уже здесь зарабатывать. Задание арбитража делать между 11 парами в пуле, да, цикличная прибыль минимум $2000 для работы в пуле, параметры приватность про контракт, минимальный вывод для закрытия $2000, ваш кошелек для вывода, автоматический вывод дохода в размере $50, статистика процент доходности, кросс валютных сделок за 7 дней 7,68%, работа централизованная, верификация аккаунта не требуется, то есть вот так вот, обязательно ознакомьтесь, да, и перейдите сюда, вот так, раз, зашли и посмотрели. Я вам уже показал, кстати, вот можешь делать депозит, да, активацию бота. Так. Вот так все выглядит, народ. Вот. Представляете, здесь вы можете заработать приличные деньги. Так что ознакомьтесь обязательно. Вот. Так что, народ, вот такие крутые обновления. Это не просто дизайн, да, а добавляются всякие новые штуки по заработку и для упрощения заработка, да. То есть все как изменилось, вот так было, да, вот. Вот так было, представляете, и как все изменили. Так что ссылку оставлю в описании для регистрации. Она простая, быстрая. Всем советую, ознакомьтесь, подпишитесь, напомните о рисках. Кому нет 18 лет, закройте видео. Всем желаю удачи и всем профита.